на самом деле. И что с этим звуком делать, Сова? Ну, надо настраивать пианино, наверное. Вот нота фа, она ты вообще на никакая. Канале, Владимир Белин. Я буду на Ютубе. Ужас какой. Ну давай, рассказывай. 1000 просмотров в феврале. Дорогой друг. Я да. Уже все ты? Да меня бы уже давно пора отпустить. И ты уйдешь? Я? Как я вас оставлю? Я, наверное, сначала поем, если покормят. А если не покормят, то я пошел. Что мне здесь делать? Ну ты сегодня кем был? Я сегодня был... Дорогой друг. Охранником. Вышибал. Бородачом? Ну да, что-то такое. Типа, да? Уже пора давно было простить, принять и отпустить вообще. Ну, короче, пианино-то расстроено. Вообще полностью убито. Так, вообще это шикарный реквизит. Дело нет, в я том, могу что... отреставрировать. Дело в том, что я никогда не видел пианино, чтобы они были в виде барных стоек. Красивый итак... реквизит. Бородач. А где мы находимся, Сава? Мы находимся в опе мира. Ну а точнее. Точнее, Лиговский 50, корпус, не знаю, 6. Вообще интересно, смотри, велосипед где даже есть. Корпус 6. Наверху. Да, прекрасные велосипеды. Стаканы с дюшесом. Как девочку зовут, спроси. Девочки, можно с вами познакомиться? Ты позвала? А, ты не меня. Мы пьем на другом. Нет, я не пью. А я не знаю. Даже... Давай понюхаем. Даже сок? Дюшес. Дюшес. О. Да, дюшесом пахнет. Шикарно. Итак, дорогие друзья, заканчиваем.